Сегодня мы видео запишем с моим новым другом. Зовут его Чарли. Котеночек. Сыном подарил его на 35 лет совместной жизни. Вот такой приятненький котенок. Так что сегодня мы будем записывать с ним вдвоем. Да, Чарлик? Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Приветствую всех рыбаков. У нас немножко погода. Дождь, снег с дождем, так что не до рыбалки. Сегодня я хочу записать случаи, которые произошли со мной на рыбалке. У рыбаков у всех всегда много разных приключений. Не всегда есть возможность записать их. Ну и поэтому сегодня я решил записать, какие вот интересные случаи происходили со мной на рыбалке. Вот первый случай такой. Первый случай у меня был такой. Мы поехали с товарищем на рыбалку. Было начало зимы. Приехали, объехали все озера. Нигде не было... Везде был ледок. Нигде было сесть. Ну, нашли мы такое озеро одно, где входила речка. И там такая образовалась промоина. Ну, что делать, раз мы приехали? Сейчас, подождите. И такая промоина была. Это было метров 20 от берега примерно. И такая промоина где-то метров 10 на 10. Ну, раз мы приехали с товарищем, забросили на рыбку и сидим. Ну, и так получилось, что у меня раз щука и клюнула. Но мы-то не учли, что вытащить ее невозможно, лед. Ну, сидели мы, сидели. Уже домой собираться, начали собираться. Что делать? Обрезать леску или что? Я говорю, нет, подождем еще немножко. Я знаю, вы знаете, я знаю, что щука борется до последнего и делает такой вот сальто. Ну, я все-таки дождался этого момента, когда щука прыгнула вверх. Дернул и вытащил ее на берег. Вот такой первый у меня интересный момент был. Следующий момент у меня на рыбалке такое приключение было. Я только начинал заниматься рыбалкой. Поехали мы с товарищем на одно озеро. Поймали два хороших карпа. Десяток карасей килограммовых. А тогда у меня еще был подсак такой вот, горловина завязывается, небольшой такой вот, легенький. Опыта еще не было. Ну, сидим мы с товарищем, рыбачим дальше. Раз, впереди нас подсак плывет. Ну, товарищ еще пошутил, говорит, у кого-то подсак, говорит, оторвался. Смотрим, это наш подсак с рыбой. Пришлось нам раздеваться, и от два карпа, десяток карасей прямо сорвали подсак и поплыли по воде. Вот второй такой случай был. Третий случай, такой, который я расскажу сегодня. Нашел я одну яму на озере, на речке, где-то метра три глубиной было. И клюнул у меня карп на 5 килограмм. А вода чистая-чистая была. Внизу камушки, все просматривалось. Ну, я тяну этого карпа. И в какой-то момент... Как будто карп за ветку зацепился. Рыбаки знают это ощущение, когда за ветку зацепится карп или рыба и в напряг так вот пружинит. Ну, я вроде чистое дно, веток нет, не было. Начал тащить этого карпа. Уже потащил метра три к берегу, смотрю. А его сзади щука килограмма на два схватила. И вот я карпа к себе, она его к себе. И вот как будто в ветку пружинит. Жаль, что не было тогда камеры у меня. Взял я подсак, ну, думаю, сейчас у меня будет что-то интересное, когда я в подсак поймаю щуку и карп одновременно. Щука увидела меня, раз, и отпустила карпа. Вот следующий такой у меня интересный момент был. Следующий момент у меня был на одном из озер. Я рыбачил первый раз, не знал, что там такая серьезная рыба. Приехал вечером, забросил... удочки
Начался дождик, начало темнеть, и тут у меня взял большой карп. Вот тогда я поймал первого такого серьезного карпа на 20 килограмм. Ну, минут 40 я с ним боролся потемну. Потянул уже к берегу, завел подсак, а подсак у меня был с лески. И тут последний момент, карп делает серьезный рывок, прорывает эту леску вот в подсаке, вырывает у меня подсак с рук и уходит. И вот сижу я и не знаю, что делать. Пришлось раздеваться, заходить в воду. Долго я мучился остатками, все-таки его потянул этот подсак, и остатками подсака замотал ему голову, и все-таки я его вытащил. Вот такой интересный был у меня случай. Ну и вот последний случай, который я расскажу вот сегодня, у меня был. Я вообще не блеснер. Я на хищную рыбу, в основном на рыбку сижу. Ну и как-то тоже вначале, когда я начал заниматься рыбалкой, приехал на рыбалку, знакомый был, да говорит, да, попробуй. Дал мне там какую-то блесну. Ну, я пошел по берегу бросать. Бросал, ушел на другой берег совсем, по кругу. Ну, и что-то в своих мыслях бросаю, что-то про свое думаю. И тут, когда я блесну начал вытаскивать с воды, нагнулся, посмотрел в воду, и там большой сом шел за моей блесной и подошел к самому берегу. И я вот первый раз увидел большого сома, и он смотрел мне прямо в глаза. И вот это был такой вот испуг у меня, у взрослого мужика. Первый раз сама увидел, и вот рядышком. Вот такой случай у меня произошел, вот был на хищника. Ну, у вас тоже, наверное, случаются разные такие вот интересные моменты на рыбалке. Пишите, какие у вас такие интересные моменты. Я такие выбрал, такие самые яркие в основном, которые случались со мной. Назовем их рыболовные байки. Кстати, как правильно пишется, рыболовные или рыбацкие? Напишите. Пишите, какие у вас были интересные моменты на рыбалке. Поделитесь. Вот, что я хотел сегодня записать. Всем всего хорошего, удачи, ни хвоста, ни чешуи.